этом году прошла реконструкция лобби. Приехали отдыхающие, сегодня приехали отдыхающие из Украины. Алекс, скажи честно, для моих подписчиков делаешь скидку? Конечно. Ну что, друзья, всем большой привет. Сейчас я вам расскажу, как же отдыхается в отеле Long Beach, длинный пляж в переводе. Находится недалеко от Алании, 5 звезд. И я с друзьями снова здесь для того, чтобы показать, как же работает туристическая сфера. И познакомимся, кто же у нас будет. Дарья. Сейчас нас будет спитировать Дарья. Здрасте. Здравствуйте. Наш отель Long Beach Hotels. В данный момент мы находимся в корпусе Resort. В нашем корпусе 774 номера. Есть территория вилл. Также на территории отеля есть отель, есть корпус Гармонии. Он был построен в 2014 году. В этом году прошла реконструкция лобби, баров в баров в резорте и на минус первом этаже в кофе-хаусе. Также комнаты прошли косметический ремонт и полностью обновленные комнаты в секции D. Отель у нас ультра all-inclusive, у нас есть аквапарки, бассейны, снэк-бары, у каждого корпуса есть свой ресторан, которые каждый житель корпуса могут посетить. Там проходит завтрак, поздний завтрак, обед, ужин, поздний ужин. В течение дня открыты у нас снэк-бары, которые находятся на пляже, находятся возле стен резорта также. И в течение дня там можно покушать, если при желании, если не хотите возвращаться в номер, переодеваться, чтобы пойти на обед в ресторан. Ну, сейчас мы подошли к одной из точек общепита этого отеля, назовем так. Здесь есть указание про социальную дистанцию. И сейчас нам Даша расскажет, что же у вас тут такое есть. Это наш обновленный кофе-хаус. Как я и сказала ранее, в этом сезоне мы его полностью переделали. Теперь он называется Mandolin Coffee House. Здесь в течение дня с 10 утра вы можете прийти, выпить чашечку кофе, прохладительные напитки, посидеть и посмотреть на горки, посмотреть на бассейн, в принципе, то есть провести так время с семьей за чашечкой кофе. Также здесь у нас есть пирожные, в течение дня вы можете покушать. О, какие пирожные. Есть мороженое, так дают в определенные часы дня. И вот, так как мы должны соблюдать социальную дистанцию, у нас стоит наш персонал, стоит ограждение, и кофе вам приготовит наш персонал, поэтому можете не переживать. Вот, сегодня приехали отдыхающие из Украины. Вот, а я хотел узнать по поводу цен. Алекс, скажи, пожалуйста, что по ценам в этом отеле? Сейчас просто сказочная цена на Long Beach в Алании, в связи с тем, что сезон только начинается, только открывается. Цена на эту гостиницу с all-inclusive, со своим огромным пляжем, с первой линией и со всеми удобствами, со всеми шикарным обслуживанием и сервисом, предоставляем в этой гостинице, в районе 120-130 евро на двоих, включая одного ребенка бесплатного, одного ребенка до 12 лет бесплатного. То есть, грубо говоря, получается в районе 60 евро на человека. Друзья, те, кто не знает, хочу представить еще раз. Алик является директором и владельцем компании, которая является принимающей стороной, оператор туристических услуг. И в этой связи я предлагаю, что я общаюсь с профессионалом. И вот у меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, я вот анализировал цены, в частности, в Сочи. И нашел такие цены в общедоступных ресурсах, что за 120 евро там предлагают среднего уровня отель, у которого нету пляжа, двухразовое питание. И вот у меня не укладывается в голове, а здесь есть недалеко пляж, здесь 5 звезд, all-inclusive. Получается здесь... Вот, поправьтесь, если у вас здесь даже выгоднее, дешевле, чем в Сочи. Да, конечно, многие отдыхающие, многие наши гости, туристы, они прекрасно осведомлены о том, что цены в Турции, в туристических гостиницах, они несоизмеримо ниже и абсолютно соответствуют, цена-качество абсолютное в Турции, именно сравнивая с другими регионами, с другими нашими конкурентами по пляжному отдыху, будь то Россия, будь то европейские какие-то страны. Конечно, Турция в этом плане выдерживает
максимум баллы по конкурентоспособности. Ну, в частности, я озвучивал цену на эту гостиницу. Сейчас, рассчитывая, что это открытие сезона, в районе 120 евро можно вот в ближайшее время заказать место вот в этой гостинице. Дальше, естественно, цена будет расти, потому что пик сезона и очень много желающих. Алекс, скажи честно, для моих подписчиков делаешь скидку? Конечно, конечно. Друзья, будет контактная информация в описании к этому видео, обращайтесь, поможем. Ну что, спасибо. Это одно из мест, где можно попить кофейку, пока нету обеда или ужина. Ну, знаете, есть пересменка и так далее. Что характерно, что я постоянно подмечаю, что же изменилось из-за этой пандемии. И вот заметил то, что в пятизвездочном отеле пластиковые ножи, пластиковые тарелки и пластиковое сладкое. Нет, шучу, это очень даже вкусно. По требованию Турецкой Республики законодательно утверждено, как рекомендательные меры, вот, чтобы были одноразовые посуды, чтобы меньше надо было мыть и риска заразиться всякой нечистью. Вот лифт, и есть здесь определенные тоже изменения в связи с этой пандемией. Вон, видите, социальная дистанция, 1,5 метра, лифт не такой уже большой. И сколько можно людей переезжать одновременно? Ну, от 2 до 4. Если люди в масках, то можно вносить 4 человека. Мы советуем всем, конечно, чем в закрытой местности, все-таки, наверное, носить маски, соблюдать дистанцию, потому что это в первую очередь ваше здоровье, поэтому такие ограничения. Друзья, сейчас хотел я поинтересоваться у отдыхающих в Long Beach отеле, как же им здесь отдыхается. И вот очаровательная девушка, сейчас мы с ним будем знакомиться. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Мария зовут. Мария, вы откуда? Я из Берлина. Из Берлина? А что, уже немцев сюда пускают или вы... Пускают, у нас много самолетов летает. Да? Хорошо, тогда скажите свежие впечатления, что вам здесь нравится, не нравится, все как есть. Все. В принципе, все нравится. Долгожданный отпуск после карантина, поэтому не могу жаловаться пока что. Как встретили вас здесь? Хорошо, встретили, вовремя заселили. Как кормят? Нормально. Мы особо, знаете, за овощами приехали, поэтому нам... Но овощи вкусные? Да. Что касается номеров, почувствовали какие-нибудь там нововведения, что, может быть, там больше одного человека не заселяют в номер? или там... Нет, такого ничего, все. Тесты какие-нибудь сдавали? Нет, ничего. Отжимались? Спортом бегали. Ну, это хорошо. На время. Ну, то есть, в принципе, никаких особых изменений там... Нет, не почувствовала вообще абсолютно. Видите, это не просто так. Это зона бассейна. А сейчас я хочу у Даши спросить, а что же здесь есть? Какие здесь номера? Может быть, есть виллы или еще что-нибудь? Расскажите. Да, у нас в отеле есть отдельная территория вилл и шале. Это отдельная территория, которая предназначена только для гостей, отдыхающих в виллах и шале. Виллы у нас есть номера, которые выходят прямо к бассейну. То есть вы просыпаетесь с утра, хотите взбодриться, освежиться, вы можете сразу прыгнуть в бассейн. Шале у нас семейные номера, виллы также семейные номера, можно большой семьей заселиться на верхний этаж, можно на нижний этаж, там есть свой также ресторан и свой бар, поэтому так. А сейчас в условиях вот этого самого карантина есть какая-нибудь тенденция к тому, что вот данные локализованные шале, виллы, они более востребованы, чем обычно, или нет такого? Нету, пока они еще в ближайшее время не откроются для использования. Сейчас потихоньку мы туда заселяем, но, конечно, многие в принципе даже не в моменты пандемии любят более отдаленные места с семьей сразу возле бассейна, поэтому это очень хороший вариант. Также, если хотели бы номера к бассейнам, в Гармонии есть такие же номера на -1 этаже. А сколько вообще у вас здесь номеров? В резорте у нас 774 номера. В целом, и в Гармонии у нас 365 номеров. А сколько из них сейчас заняты вообще у вас? Очень каверзный вопрос. Примерно. Ну, процентов 50. А вы ожидаете на протяжении вот этого сезона, что будет 100% заполняемость? Какая предбронировка? Такую заполняемость мы не планируем, потому что все-таки это против правил данного сезона, так как девизом данного сезона является социальная дистанция.
Будет видно по ситуации, будет видно по решению правительства Турции по открытию границ. Будем адаптироваться по ситуации, но пока полную загруженность мы не планируем. Как вы будете развлекать своих гостей? Дискотеки, может быть, какие-нибудь другие там увеселительные мероприятия, которые были раньше, они будут сейчас? На данный момент у нас есть, также остается мини-диско для детей, мы проводим по вечерам, живую музыку мы проводили, также будут вводиться дальше программы, как, например, караоке мы планируем делать, и также диджей-перформанс у нас есть, так называемая, как бы то же самое дискотека, только это проводится в более обширной местности. Наш Тропикана диско пока еще закрыт, мы еще его не открыли, так как это не разрешено правилами. Но мы надеемся, что в ближайшее время это будет возможно его открыть, так как он находится на открытом воздухе, это очень большой плюс. Но сейчас, да, у нас проходят фитнес-программы в течение дня, которые позволяют социальную дистанцию. Есть развлечения для детей, и по вечерам тоже есть развлечения для гостей. А что касается гостей, которые собираются приехать сюда, есть у вас какая-нибудь информация о том, кого вы ожидаете в ближайшее время? Насколько я помню, сегодня уже у нас Украина прилетела, да. Белоруссия была позавчера, да? Вот скажите, кто прилетел, кого вы ожидаете? Мы ожидаем тех, кто сможет приехать. Ну вот, друзья, я и закончил очередной обзор очередного отеля Long Beach, что недалеко от Алании. 770 номеров, из них 50% только занятых в этом сезоне будет, скорее всего. Очень много гостей из Украины сегодня прилетело. И я хочу сказать, что сезон сейчас потихонечку все-таки туристически начинается, вот только сейчас. Ну а я хочу пригласить всех на встречу с своими подписчиками, да. С 28 по 1 августа, то есть 28 июля по 1 августа у нас будет встреча с подписчиками, очень много будет интересного, пишите, есть вся контактная информация в профиле, подробнее вам расскажу. И еще хотелось очень важно подметить момент, что сейчас погода шикарная, и на этой приятной ноте переходим к акции «La Finale». Итак, рядом со мной Даша. Дашенька, что вы пожелаете моим зрителям? Самое главное, мы хотим пожелать всем крепкого здоровья. Побольше отдыхайте, не болейте. Всем здоровья, мы всех вас ждем с нетерпением. Спасибо. Ну, а я тут еще заметил, что вот эта вот штука очень похожа на нашу елку. Так что мир Тудма еще ко всему прочему. Отдыхайте больше, работайте меньше. И чтобы все у вас было хорошо. Пока. Ну что, друзья, я надеюсь, теперь вы гораздо больше знаете об отеле Long Beach. Спасибо большое всем за участие. Не забывайте поставить Turkish лайк и задавайте свои вопросы в описании к этому видео. Как и ко всем остальным, есть много дополнительной, очень важной информации. Хорошего вам отдыха. Дин дон дэма, ассаляма, гэдой, гиле-гиле. Ну и, наконец, просто чао, друзья. Пока.